Да, я немножко сгорел, морда красная. Ну, лето, это нормально, естественно. Лекция 14. Про 2 миллиарда. 2 миллиарда. 2 миллиарда уже. Сегодня пошел счет уже на 3 миллиард. Мое сердце сделала 2 миллиарда ударов. Теперь прям чувствую каждый следующий удар. Ведь 2 миллиарда уже. Не 200, не 2000, и даже не 200 миллионов. 2 миллиарда. Даже как-то ценить стал. Ведь работает без остановки всю мою жизнь. Что там говорят о любви? Что она в сердце? 2 миллиарда раз. Это же сколько крови она перекачала. Да, примерно 100 миллионов литров. Это миллион ванн. Представьте себе, миллион ванн. Представьте тысячу. Ужас. А мы так легко к этому относимся. Ничего не делаем, отдыхаем. А сердце в это время работает. Уже 3 миллиард. Когда ударом остается все меньше и меньше. Ну, до 3 миллиардов я вряд ли дотяну, хотя бы до 2,5 дотянуть. Почему-то мне стало жалко свое сердце. Если бы мне пришлось расплачиваться за каждый удар, за его работу, я бы, наверное, больше ценил каждый этот толчок моего сердца. А так вот оно работает бесплатно, само по себе. Я даже не могу управлять этим процессом. И как идиот, иногда заставляю его биться чаще, сильнее. Несознательно, совсем несознательно. Если бы мог сознательно не напрягать его впустую, ага, тренировать нужно и укреплять. Но так можно говорить про то, что можно выключить и положить на полку, пока не пользуешься. А оно ведь не останавливается. Уже 2 миллиарда ударов. А если подумать про сперму, например, сколько спермы произвело мое тело и выплеснуло во время оргазма в разные места, но и с остальными органами еще хуже. А если подумать про всякие вены, сухожилия, лимфу и нейроны в мозгу, жуть.